Уфе можно увидеть Вавилон. Выставка иранских миниатюр под таким названием открылась в Музее современного искусства. Все экспонаты из Ирана сюда привезла студентка художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета. Сейчас мы с ней познакомимся. Среди экспонатов, которые представлены на этой выставке, вы можете видеть серию миниатюр оригинального происхождения, так сказать, а также экспонаты народного творчества, прикладного искусства, такие как инкрустации, чеканки, роспись по эмали, роспись по ткани. Это книга, которая из дерев, и каждая стена есть свою технику. И они все ручные, ручные печат. И это современные художники в Иране. И каждая стена говорит про это художник. Захра Ализаде Мадани изучала искусство Ирана. Девушка признается, что ей очень нравится и русское искусство. Поэтому в своем творчестве она решила объединить искусство Ирана и России. Здесь есть каллиграфии, которые я сначала написала с руками. А я написала traditional буквы. А потом я changed it, что будет новый форм, будет современный форм. Еще есть печат, который ручная печат, который называется silk. Вот это, о котором я говорю. Это факс. Как факс? Лиса. Да, который он играет recorder. И там Hunter, он хочет, что catch the fox, а это gun, который gun тоже, он так делал, но лица, да, он не умирает, он еще играет, про gun тоже он играет. Это истории, которые я сама придумала про это и потом иллюстрирует. Каждый вечер в музее проходит культурная программа. Посетителям читают лекции об искусстве Ирана, смотрят фильмы про Иран и пробуют национальные блюда. Например, вот это. Мне сказали, что это сделано из меда, молока и муки. Очень необычно. Мы привезли 3 большие, 3 средние и 6 маленьких ваз. Очень сложная техника. Они делаются из меди, из цельного листа меди. Выбиваются, потом красятся, как бы открываются керамикой, обжигаются в печи и потом уже расписываются. В музее также представлены образцы росписи по ткани. Это ручная работа. Интересно, что ткань раскрашивается соком фруктов. Например, синий цвет – это сок винограда, красный цвет – это сок граната. Также используют сок и других фруктов. Алина Таюпова, Иван Крыжановский, телеканал ЮТВ.